Это он, да. Он. Ну, значит, как только он появился в нашей жизни, жизнь в какой-то степени стала гораздо легче. Ну, а в какой-то степени она стала сложнее, потому что мы стали от него зависеть, mm-hmm. на самом деле. Вот. Он, в нем на данный момент есть абсолютно все функции. Которые необходимы. Да. Да, да. Много кнопок, между прочим. И даже, знаете, снимают фильмы, где... Ой, там был совсем не он, господи, ошиблась. Но есть и с ним фильмы, но это не важно, да. Вот. Он бывает разноцветный, бывает разных размеров. Сначала он был очень большой, сейчас его делают все меньше и меньше. Я думаю, что в скором времени его будут делать в виде зубной пломбы. То есть... Как можно будет определять, что он работает? То есть начнет вибрировать сначала щека, потом, значит, мы будем делать так. И после этого мы будем уже как бы общаться. Вот. Есть у нас вопросы, Ира. Не, ну хотите, мы будем задать вам вопрос. Если у вас рассказ закончился, как вы скажете, Ирина? Если вы вкратце рассказали все то, что считаете самым важным. Не, я еще могу сказать то, что он есть практически у всех. И... Ну, еще не практически у всех. Нет, ну не надо перебивать. Хорошо, сейчас. Согласен. Да, практически у всех, значит, у всех. А почему мы спросим? У нее, конечно. Итак, еще что-то? Да все, наверное. Да. Ну что ж, спасибо большое. У меня вопрос можно? Пожалуйста. Все-таки вот подробнее вот этот момент. Как жизнь-то изменилась? Вот ты говоришь, что то лучше стало, то хуже. Лучше. Какие положительные моменты появились? А положительные моменты, знаете, если мне, например, нужно найти кого-то, да? Угу. То мне это очень сильно помогает найти того или иного человека. А вообще это... при общении помогает вообще, да? Люди становятся, как меняются люди, увидев его. Нет, люди не меняются, на самом деле. Не меняются? Да, он на самом деле и способен переносить абсолютно разные эмоции. От доброты до агрессии. Mm-hmm. Его даже можно иногда разбить там под воздействием какой-то определенной эмоции. Можно разбить его? Конечно. Конечно. Конечно, вот так с размаху. А вот вы говорили про разные цвета. Какие вообще сейчас цветовые гаммы вообще, в принципе, в продаже? Абсолютно любые. Белые, розовые, черные, зеленые, фиолетовые. Ирина, можно такое? А розовые, вот правда есть розовые? Я просто спрашиваю, потому есть что хороший розовый. Подарок жене. Я просто как вот... правило, розового цвета предпочитают девочки со светлыми волосами. А, то есть и так подбирают их тоже. А вот можно вопрос? Журнал «Семья и семья». Скажите, пожалуйста, вот как в жизни, в семейной помогает этот предмет? Может быть, он нужен больше мужчине, может, женщине? Как дети к нему относятся? А, честно говоря, обоим он нужен. И даже детям. Обоим, да, нужен? Да, обоим. Обоим. Даже детям. Даже детям, но с определенного возраста. Да, с какого? С какого, кстати? Можно лет с 7, мне кажется. Лет с 7 уже. С 7 достаточно. Я согласен. А вы с собой его носите все время? Сейчас не взяла. В гримерке оставили? Я думаю, что у большинства оно сейчас выключено. Да, это бог. А мы предупреждали, выключите. Выключите, пожалуйста, на время съемки. Пожалуйста. Потом, да. Бога ради, идите и делайте, да, что делайте хотите. Там. Вы часто меняете его? Нет, не люблю. А не можно такой пока вопрос? Не сломается и пока там все не подваливается. А такой можно вопрос? Бытовые приборы и женщина, журнал называется так. А заряжать его нужно? Угу. Или перезаряжать? И как часто? Заряжать желательно. Желательно заряжать? Да. Ну, в принципе, а так он просто может быть, знаете, как... Как там... имитация какая-то, да. Ну так просто вышел с ним. На стенку повесить уже... можно его. Передернул можно. Даже, я бы сказал. Что? Ну, но. Вышел, передернул. А, да. Зашел. Пришел, передернул, опять же. Ну и как бы вообще, передернул и все. Ну что ж, Ирина, вы знаете, очень-очень хороший рассказ. Мне очень он понравился. Тоже точно, емко так. И вы знаете, прям в точку. Я бы даже сказал, в десятку вы сейчас били. Вы на всякий случай понимали, о чем говорите, да? Не, а, на я насчет чего говорю? Да, вы конечно, насчет чего? Конечно, понимаю. Я да. Говорила... Говорить о чем говорила? Да, что вы рекламировали? Скажите, я говорила о телефоне. О телефоне. О мобильном причем. О мобильном телефоне. Причем телефоне. Ну, давайте мы познакомим вас с продуктом. В принципе, это вы... тоже вещь мобильная. Вот. И она тоже, в принципе, действует так же, как и телефон. Ну, чуть на меньшем расстоянии, зато более уверенно. У нее убойная сила, да. Более. Да. Ну что ж, спасибо, Ирина Забияка.